Татьяна Юлюбаевна, здравствуйте. Добрый день. Экзаменационная кампания – это серьезное испытание для школьников не только в плане знаний, но и психологического комфорта. Вот с точки зрения психологии, почему возникает такое беспокойство? Беспокойство у школьников перед экзаменами вполне объяснимо. Каждый из них волнуется, но волнуется он по-разному. Умеренный уровень тревожности не несет за собой никаких негативных последствий. Стоит рассматривать экзамен как какой-то жизненный этап, который в скором времени закончится, и впереди школьников ожидают следующие интересные моменты. По этому поводу не стоит волноваться. Реагировать как-то особенно на это состояние тоже не стоит. Акцентрировать свое внимание, зацикливаться на этом. Просто необходимо научиться справляться с этим волнением. Опять же, 24 часа на 7 проживать вот этот период волнительный тоже нет необходимости. Нужно прожить в обычном своем режиме, заниматься каким-то видом спорта умеренным и соблюдать какой-то режим дня. А кто вот наиболее подвержен этому состоянию? Наиболее подвержены школьники, которые имеют низкую самооценку, подростки, скажем так, с повышенным уровнем тревожности. Также в группу риска попадают школьники, которые имеют особенности психического развития, и школьники, также которые с повышенным чувством ответственности. Что происходит во время того, когда ребенок начинает беспокоиться? Чувство тревоги нарастает, и это мешает сконцентрироваться на выполнении определенных заданий, на выполнении каких-то этапов экзаменационных. Поэтому максимально нужно быть уверенным и спокойным в себе. Скажите, как можно настроить себя на позитивный лад и побороть чувство тревожности? А как же успокоиться перед экзаменом? Ведь ничего страшного не произошло. Вот несколько советов для выпускников, которые действительно работают. Например, не загоняться, не завышать себе никаких планок, не ставить перед собой никаких сверхзадач, просто научиться планировать свою деятельность и делить это все на этапы. Обязательно следить за режимом сна. Сон должен быть у выпускника не менее 8-9 часов в сутки. По ночам ни в коем случае не играть, не читать, не заниматься, так как на утро вы получите новую волну тревожности. Находите время для спорта и отдыха. Самое оптимальное время для занятий – это 45 минут. 15 минут давайте для отдыха. Вы можете в это время просто позаниматься какими-то бытовыми делами, вынести мусор, сделать уборку по дому или переключиться на какую-то гимнастику. Уменьшить следует и умственные, и психологические нагрузки. Исключить длительные просмотры каких-то передач, компьютерных игр. Время сократить пребывание с гаджетами. Это все также влияет. Обратить внимание стоит и на рацион продуктов. Стоит выбрать те продукты, которые помогают снизить стресс перед экзаменами. Это орехи, фрукты, овощи, зелень. Ну и всеми любимый шоколад, скажем так. Не стоит злоупотреблять крепкими напитками кофе, чая и, естественно, такими, как газированные напитки и тем более энергетические. Лучше ограничиться какими-то ягодными морсами или простой водой. Научиться владеть собой и использовать дыхательные упражнения. Самый простой действенный способ, когда вы чувствуете, что подходит к вам волнение, и нужно с ним справиться, сосредоточиться на своем дыхании, поможет вам следующее упражнение. Нужно сделать просто глубокий вдох и медленный продолжительный выдох. И эту процедуру повторить несколько раз. Тем самым вы сможете снять свое волнение, успокоиться и продолжить выполнять ряд следующих заданий экзаменационных. Как помочь ребенку пережить те результаты, которые он уже получил, и, может быть, они отличаются от ожидаемых? Ну, во-первых, есть разные дети, они воспринимают информацию по-разному. Есть ребята, которые получили низкие результаты, и они тоже переживают об этом. А есть те школьники, которые выполнили все на отлично, но тем самым они тоже получают
какое-то такое опустошение, может быть, даже признаки начинающейся депрессии, они не знают, как с этим справиться. Тем и другим в данном случае нужна какая-то поддержка и помощь. Поэтому на этом этапе приходят, конечно же, родители. Родители должны донести до детей, поговорить с ними и дать понять, что ничего страшного, критического не произошло, на этом не стоит зацикливаться, и нужно дальше строить планы, выбирать то учебное заведение, где потребуется меньшее количество баллов. Возможно, выпускники 11 классов сменят вуз на обучение в колледже. Кто-то призадумается о том, что стоит позаниматься еще в течение года и поступить, попробовать свои силы и поступить в следующем году. В период экзаменов чувство тревоги испытывают не только ученики, но и их родители. Вот как справиться с этим волнением взрослому человеку и в то же время помочь своему ребенку? Да, взрослые волнуются, они волнуются иногда гораздо больше своих детей, и их помощь и поддержка превращается, скажем так, в антимотивацию. Поэтому взрослым нужно успокоиться, суметь погасить свои эмоции, справиться с ними, с холодным взглядом на все эти вещи посмотреть. Конечно же, нужно разговаривать со своим ребенком, проанализировать ситуацию, которая вот есть на сегодняшний день. А что произошло? Ребенок окончил 9 или 11 классов, он допущен к итоговой аттестации, он успешно прошел пробные испытания, он в течение продолжительного времени готовился к этим экзаменам самостоятельно или с помощью репетитора, неважно, посещал школьные консультации. Ведь все прекрасно, все хорошо, поэтому нужно успокоиться, взять себя в руки и сказать детям о том, что мы верим в тебя, у тебя все получится, и мы любим тебя независимо от того, какие оценки ты получишь на экзаменах. Для тех родителей, у кого обратная сторона медали, постараться помочь ребенку в столь короткие сроки повторить какой-то материал самостоятельно. Может быть, присоединиться и совместно с родителем это сделать. Ну и не забывать, конечно, о правильном питании, хорошем сне и здоровом образе жизни. Порой достаточно школьнику услышать о том, что его любят, в него верят. И это помогает ему найти в себе силы и преодолеть те испытания, которые вот сейчас проходят в данном периоде. Порой школьника страшат даже не сами экзамены, а тот период, который будет после. Поэтому взрослому важно успокоить, настроить своего ребенка на то, что этот период закончится, впереди новое поступление, новые интересные либо работа, либо место учебы и какие-то знакомства, новые друзья. А как понять, что чувство тревоги переходит во что-то большее и как не допустить это состояние? Если вы заметили, что у вашего ребенка продолжительное время плохое настроение, ухудшится аппетит, сон, он не хочет общаться с вами либо со своими друзьями, то стоит задуматься о том, что тревожное состояние переходит в разряд стресса. Организм при подготовке и сдаче к экзаменам был максимально напряжен, он был в нервно-психическом напряжении. И чтобы с этим справиться, вот хотелось бы порекомендовать некоторые способы и приемы, которые доступны для всех и которые могут помочь как в предэкзаменационном периоде, так и после экзаменов. Это обычные занятия, спортивные упражнения, это прогулки на свежем воздухе, это езда на велосипеде, плавание, контрастный душ. Если вы очень любите петь, то исполняйте свои любимые хиты. Можете танцевать под свою любимую музыку в зависимости от вашего настроения. Это может быть как спокойная, так и энергичная, бодрящая музыка. И вот эти все простые способы, в том числе и дыхательные упражнения, о которых я проговорила раньше, эти все простые способы помогут снизить тревожное состояние до и после экзаменов. Не стоит увлекаться никакими успокоительными препаратами. Достаточно будет вот этого всего, потому что перед экзаменами вы можете достичь обратного эффекта, эффекта заторможенности.
А как понять, что не справляется ребенок, и уже нужно обратиться к специалистам за помощью? И вот к каким специалистам можно? Здесь приходят школьные психологи на помощь. Они проводят с ребятами диагностику, чтобы определить уровень тревожности. И после этого могут выбрать те техники и методики, которые необходимы для конкретного ребенка, потому что каждый ребенок индивидуален, у него свои особенности, и поэтому с кем-то будут хороши тренинги, кому-то нужны какие-то медиативные техники, может помочь арт-терапия, либо песочная терапия. Кроме школьных психологов, наш центр оказывает консультативную помощь, поэтому можно обращаться в муниципальное учреждение Центр психолого-педагогической медицинско-социальной помощи, и наши педагоги-психологи по запросу родителей и законных представителей оказывают такие консультации на всех экзаменационных этапах. В этот период волнения испытывают и учителя. А есть для них какие-то рекомендации? Да, учителя тоже являются главными соратниками наших выпускников. Они авторитетны для них и имеют огромную роль, так же, как и родители. Поэтому волноваться не нужно. Нужно быть максимально спокойными, максимально уверенными в своих детях. И ваши выпускники, ваши школьники обязательно достигнут своего успеха. А в свою очередь учителям необходимо максимально рассказать, познакомить школьников с процедурой экзамена, для того, чтобы они знали, в какие сроки они могут получить результаты и не волновались по этому поводу, в какие даты они могут подать апелляцию, если в этом есть необходимость. Ну и, конечно же, поддерживать не только детей в этот период, но и родителей, рассказывать им о том, как правильно нужно поступать и вести себя. Татьяна Юлибаевна, спасибо за беседу. Сегодня гостем итогов недели была заместитель директора Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Татьяна Масюк.